Сегодня мы свяжем вот такую отделочную кайму в виде ромбиков. Можно ее использовать для отделки края шарфика, сумочки или по краю кофточки. Кайма эта непростая. Сейчас вы узнаете, как она вяжется. Вязание производится слева направо. И сначала провязываем 12 воздушных петель. Раз, два. Я буду быстрее вязать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Такая длинная воздушная цепочка. И теперь пропускаем 4 петли в основании. Раз, два, три, четыре. В пятую петлю вдеваем крючок и провязываем соединительную петлю. Теперь можно вязать кайму. Пропускаем самую первую маленькую петельку и в следующую вдеваем крючок и вытаскиваем петлю. И так поступаем еще несколько раз, пока на крючке не будет 7 петель. Уже 4, 5, 6, 7. Теперь провязываем воздушную петлю. И дальше закрываем по 2 петли вместе. Вот таким образом. До конца ряда. Вяжем по 2 петли вместе. Сейчас я вяжу медленно. Все видно. Затем будем вязать лицевые петли тунисским способом вязания. Для этого я покажу поближе. Крючок вдеваем вот в эту дырочку, вот сюда. Вот она просвечивается, вот сюда. И вытаскиваем петлю. И дальше в следующую. У нас петля получается под цепочкой закрепления. Вот уже 5 петель, 6. И всего должно быть 7 петель. Дальше закрываем точно так же, как и первый ряд. Сначала воздушная петля и дальше по 2 петли вместе. До конца ряда. Точно таким же образом провязываем весь квадратик. Всего таким образом провязываем 7 рядов. Квадратик этот получается очень плотненьким. С изнаночной стороны он выглядит иначе, а с лицевой стороны он похож на вязание спицами. Теперь провязываем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И пропускаем в основании 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В восьмую вдеваю крючок и провязываю соединительную петлю. Можно вязать следующий квадратик. Для этого первая вот эта маленькая петелька пропускается. В следующую петлю вдеваем крючок, вытаскиваем петлю. И дальше вытаскиваем петли таким образом, чтобы всего на крючке оказалось 7 петель. Вот уже 4, 5, 6, 7. И дальше продолжаем вязать точно такой же квадратик. Я покажу еще раз. Одна воздушная петля и по 2 петли вместе до конца этого ряда. Теперь я буду быстро вязать, потому что я уже показывала. Вот. И дальше провязываем еще 6 рядов. Вяжем лицевые петли вот сюда, вот в этот промежуточек между передней и задней ножкой тунисского столбика. Вдеваем крючок, вытаскиваем петлю. И таким образом вытаскиваем 6 петель. Всего на крючке будет 7 петель. Я доделаю до конца. И дальше закрываем. Точно так же. Воздушная петля. По 2 петли вместе до конца ряда. И
таким образом провязываем всю кайму. Когда начинаете вязать каждый следующий квадратик, обязательно пересчитайте, чтобы петелек было ровно 7 на крючке. В этот момент можно ошибиться. Вязание подходит к концу, и в конце ряда провязываем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем пропускаем петли. Ну вот я в самую последнюю буду вдевать и провязываем соединительную петлю. Если у вас с края остается меньше петель, то можно провязать 5 воздушных петель и тут пропустить 4 петли и провязать соединительную петлю. Вот так будет выглядеть готовая кайма. Как видите, квадратики скручиваются. Если вам нравится, можно оставить так, но лучше всего, конечно, их намочить и отгладить. Это скручивание возникает тогда, когда вы вяжете очень тонким крючком. Если крючок выбирать потолще, то и скручивания не будет. Я прогладила ромбики, они стали красивыми, ровными. И надо сказать, что с изнаночной стороны они тоже очень хорошо смотрятся. Лучше всего, если в основании этой каймы будет количество петель кратное 8. Но если будет немножко отличаться в большую сторону, то ничего страшного. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!